В трех селах Ленинградского сельского округа Акжарского района 4 школы и 1 колледж. 2 образовательных учреждения расположены в селе Ленинградское. В прошлом году провели капитальный ремонт Ленинградской средней школы номер 2 с государственным языком обучения. Заменили кровлю, пол, двери и окна. Котельную перенесли на улицу, а туалеты теперь внутри школы. На эти работы из областного бюджета выделили 159 миллионов тенге. Следует сказать, что здание 1977 года постройки и последний раз его ремонтировали в 2008 году. Сегодня здесь созданы все условия для 27 преподавателей и учеников. 27 детей обеспечены бесплатным питанием. Кроме того, в прошлом году обновили материально-техническую базу учебного заведения. Выделили 5 новых LED-экранов. У нас этот корпус обшит металлическим сайдингом. В нашей школе всего 2 корпуса. Первый корпус отремонтирован, остался второй. Хотелось бы, чтобы в будущем и там заменили крышу и двери.